Приветствую вас, мои дорогие овны. И сейчас мы с вами сделаем расклад на неделю с 15 по 21 апреля. Посмотрим, что же нас ожидает на этой недельке. Хочу сказать, как я уже говорила в некоторых предыдущих видео, что апрель у нас очень хороший месяц для достижения каких-то своих намеченных целей, для того, чтобы продвигать свои планы к лучшему, потому что в апреле очень много прямых планет. Это бывает нечасто у многих знаков, поэтому не пропустите это время, делайте что-то для себя, потому что все получится и все будет хорошо. Ну, это кто увлекается астрологией, я думаю, тот уже об этом знает, но на всякий случай напоминаю. И давайте посмотрим. Как всегда, мы делаем расклад. Три карты мы кладем классической колоды Таро, и по карте мы вытаскиваем колода средневекового Таро и колода карт Ленорман. Поехали! Так, первая карта, вторая карта и третья карта. Ну, неделя начинается с работы, сразу говорю. Вот начало недели, у нас работа. Это у нас восьмерка пентаклей, я покажу, как всегда, на камеру. Восьмерка пентаклей. И о чем она нам говорит? Во-первых, говорит, конечно, об обязательствах. Говорит о... Говорит о выполненных поручениях, говорит о том, что у вас очень хорошая физическая форма для того, чтобы работать, чтобы что-то делать. То есть начало недели, значит, у нас стартует с каких-то вот таких возможностей физических. Если есть физические возможности, если человек здоров, если он морально настроен, а морально это тоже здоровье относительно, потому что, естественно, все проблемы в голове, как мы знаем, не только это касается тела, то... все получится, то можно работать, то есть если вы настроены на какое-то достижение в начале недели, начинайте, мои дорогие, не теряйте времени, потому что все получится, все будет хорошо, но здесь надо понимать, что именно вы должны приложить усилия, именно вы, но если вы приложите усилия, у вас все получится, это я тоже однозначно вам говорю, поэтому вот так. Вторая карта у нас Королева Кубков, тоже покажу на камеру. Королева Кубков, конечно, для мужчины это жена, возлюбленная, возможно, принесет какую-то прибыль, возможно, какую-то новость о материальном благосостоянии. В любом случае, и для женщины это тоже какая-то близкая подруга, сестра, мать, у кого-то дочь. Это какая-то женщина, которая занимает очень такое важное как бы место вот в вашем сердце, можно так сказать, да? То есть близкий человек достаточно, но это может быть и подруга, это не обязательно должны быть родственные узы. Как мы знаем, что иногда чужие люди бывают ближе, чем родные, к сожалению, так случается. Но, в общем-то, это какая-то женщина, девушка, очень значимая для вас. И она говорит, это, ну, Королева Кубков, да, то, что кубок полон, то есть все хорошо. То есть, по идее, она приносит какое-то известие об исполнении каких-то, да, вот планов, которые у вас были. Или она приносит известие о такое, что, понимаете, вот как вот найти слова. В общем-то, человек приносит такое весть, ну, в общем, наполненность, то, чего вы хотели, то, что у вас, вот как говорят, полная чаша, и вот что-то, какие-то действия, либо какие-то известия, вот будет от этого, от этой королевы кубков, от этой женщины, девушки, в общем-то, вот так можно сказать. Если эта девушка сама вопрошающая, то тоже я вам могу сказать, что эта неделя у вас, середина недели, именно будет какой-то такой, ну, чувство удовлетворенности, вот так можно сказать. Это у всех по-разному проиграется. Я повторю, что прогноз у нас общий, поэтому мы все прикладываем ситуацию на себя, примеряем.
Вот, но какое-то такое хорошее, вот хорошая середина недели именно наполненностью событий, какими-то материальными ресурсами, какими-то, вот я еще раз повторю, известиями, вот какими-то приятными такими, очень приятные такие, скажем, это не новости будут, но это как вот какое-то такое приятное дополнение, ну, вот так можно сказать. То есть, ну, какая-то вот женщина-помощница, женщина, которая желает вам добра, вот так. Для мужчины это жена, возлюбленная, кстати, тоже может проигрываться, либо близкий человек, возможно, даже по работе коллега, кстати, у некоторых так проигрывается, какая-то близкая соратница такая. Вот что-то будет, какая-то от нее хорошее, ну, это можно и помощью назвать, это можно, и, ну, в общем, какое-то такое действие, которое вас порадует, вот так скажем. Вот так, значит, третья карта у нас тоже кубки, но это восьмерка кубков. Покажу на камеру. Восьмерка кубков. Во-первых, эта карта нам говорит о законченности, о зрелости вопрошающего, да, то есть она нам говорит о том, что все у вас есть, но вы смотрите еще дальше, еще смотрите в горизонты, еще чего-то хотите. И я могу сказать, что у многих это получится, да. То есть вот есть какие-то запасы полные стоят у вас, есть, но вы как-то вот повернут ваш взор именно еще на достижение чего-то далее. Вот как-то так у овнов это проигрывается, и я могу сказать, что ресурсы огромные для достижения ваших целей. То есть, конечно, нужно потрудиться, чтобы всего этого достичь, но можете достичь вершин, и все, и вам видна вся ситуация, вот так я могу сказать. То есть очень хорошее положение. Я скажу, что на этой неделе овны у вас, в общем-то, ничего не омрачает, как бы, эту недельку, и наоборот, таки я могу сказать, что у вас все получится, если вы намерены чего-то достичь, то все получится, все планомерно, все хорошо идет. То есть, ну, для этого надо, конечно, потрудиться в начале недели, иначе без этого ничего не получится. Давайте посмотрим, вытащим карту средневекового Таро, что она нам подскажет на эту неделю для Овнов, чего у них будет на этой неделе получаться, что и что ожидает. Так. Девятка жезлов. Вы знаете, девятка жезлов, опять-таки, вот я покажу на камеру эту карту. Вообще, эта карта опять-таки говорит о работе. Она говорит о работе. То есть, вот все-таки такая неделя, на которой надо прилагать усилия, то есть надо потрудиться, чтобы что-то получилось. Но для работы у вас будут все ресурсы. Вот тоже могу показать, что здесь мы видим два вала тянут груз, да, а вы ими управляете, вопрошающий. То есть все ресурсы есть, нужно только не полениться это сделать. То есть тоже могу сказать, что все получится, все будет хорошо, но нужно трудиться, чтобы чего-то достичь. Повторю, что апрель очень хороший месяц для достижения намеченных целей. Поэтому, ребятки мои, овны мои дорогие, не пропустите. Давайте посмотрим, Ленорман, вытащим карту, что она нам расскажет. Неделя для овнов с 15 по 21. Тоже могу, карта называется «Честь, слава», и могу сказать с уверенностью, что, конечно, если вы потрудитесь на этой неделе, потому что все для этого очень благоприятно, то, конечно же, у вас будет повод себя уважать, я даже так могу сказать, понимаете? И несмотря на то, что даже для других у вас будет такая, ну, слава в глазах, возможно, коллег, ближайшего окружения, честь и слава. То есть такая вот, ну, будет, как сказать, уважение со стороны близких людей. Ну, не обязательно прям это близкие должны быть люди. Это могут быть коллеги по работе, это могут быть ваши подчиненные, это могут быть ваши руководители, это может проигрываться на разном уровне. То вас ожидает честь и слава.
То есть потрудиться нужно. Вот что я хочу сказать. Ну вот так пройдет эта неделя для моих дорогих овнов. Так что я вам желаю хорошей недели, я вас люблю, целую, я поздравляю, нас всех нас стало больше. Ребята, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал, приглашаю, будет интересно. Ну, на этом все, я вас люблю, целую, с вами была Гала.